Добрый день. Очень рад сегодня всех вас здесь приветствовать. Безусловно, хотел бы начать со слов благодарности и поблагодарить президента нашей страны за поддержку национального проекта образования, за поддержку инициативы по реализации проекта «Регион для молодых», благодаря которому, собственно говоря, мы сегодня вместе с федеральным агентством помогли городу Назарово обрести для молодежи новый дом, современный, который отвечает всем современным запросам, требованиям и самым амбициозным планам. Друзья, давайте громко поаплодируем. Ура! Хочется сказать, как в том мультике, знаете, строили-строили, наконец построили. Конечно, были сложности, но, как говорится, кто не ошибается, тот не работает. Поэтому я бы хотел огромную благодарность выразить команде города Назарово, новому директору молодежного центра, который вот буквально за считанные дни, даже не месяцы, смог взять, аккумулировать всю работу в свои руки. И, собственно говоря, сегодня вот открыть для нас двери в таком современном, светлом, уникальном для западной группы районов молодежном центре. Давайте тоже этому поаплодируем. Ну, я прежде всего хочу обратиться к вам, ребят. У вас теперь появилась та самая площадка, где можно самые смелые свои идеи, самые серьезные амбиции воплощать в жизнь. Сегодня действительно, с одной стороны, очень непростое время. Против нас коллективный Запад ведет гибридную войну, это уже всем понятно. Но это и время больших возможностей. От того, как вы сегодня будете проявлять свои таланты, от того, как вы будете смотреть смело в будущее, будет зависеть будущее всей нашей страны, как бы это, может быть, немножечко пафосно сейчас не звучало, но это действительно так. И я очень надеюсь, что в Назарово не только молодые люди обрели свой новый дом, но и то бесчисленное количество наставников, которыми славится этот город, которые вкладывают сегодня себя, свою душу в развитие молодежи. Это ваши наставники, это ваши учителя, ваши педагоги, ваши старшие товарищи в движениях. Тоже давайте подарим им огромные аплодисменты. Нет, здорово. На самом деле, за такой короткий период времени новая команда молодежного центра справилась со всеми сложностями, которые возникли, которых на самом деле было, что скрывать, немало. И мы получили вот такой современный, суперэффективный, на мой взгляд, который способен реализовать все абсолютно запросы молодежи, молодежный центр. И уверен, что молодежь города Назарова будет только здесь творить, удивлять, достигать новых побед и создавать будущее, в котором мы сегодня уже живем. А есть чувство сожаления маленько, ну что не сдали-то до конца года? Да, вы знаете, на самом деле, как я говорю, кто не ошибается, тот не работает, поэтому здесь нужно провести работу над ошибками в дальнейшем команде, чтобы не допускать каких-то вот таких эксцессов. А так получилось здорово, уверен, что молодежи понравится, и они здесь обретут свой новый дом. Скажите, а что будет с молодежной политикой в городе Назарово в принципе? Вот я просто помню тот прямой эфир, где вы говорили, что, возможно, поделят на два отдела. Что-то сегодня, ясность какая-то есть в этом направлении? Владимир Владимирович этот вопрос держит на контроле. Мы в этом в течение этого года, он пообещал мне, что мы обязательно этот вопрос решим. И отдел спорта, и отдел молодежной политики, это будут два абсолютно разных структурных подразделения администрации города Назарово.